Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ёрыч и Димка Фёдоров, и, ребята, мы продолжаем устраивать шоу битв автогонщиков GTA KRMP. Всем привет, пацаны! Короче, ребятки, после прошлой части очень хотим сказать спасибо за то, что вы были такие активные, ставили лайки, писали комментарии, вам очень сильно понравилось, и мы решили снять вторую часть. По просмотрам, ребят, там просто охренеть. Пишите в комментариях, что можно добавить, что можно изменить, и мы все это учтем. Короче, ребята, сегодня у нас новый район, я могу только вот так курсором показать примерный квадрат, где мы будем сегодня искать сделаю. Машины. К сожалению, марок нету, но все-таки здесь не такие функционалы, как в GTA 5, но тем не менее тоже все интересно. Так, у нас по старой традиции есть 10 минут на поиски машин, мы сели на байки и давай запускай шарманку. Да, все, я запустил, в принципе, погнали. Ну и пока давай, будем ехать, давай расскажем о сходочке, которую мы тут наметили, в принципе, создать. Вот. Это, кстати, да, ребята, если вы играете и будете активными, то welcome, конечно же, приходите, увидимся, будем разыгрывать призы и так далее, и так далее. X5 прямо рядом стоял, прикинь, интересно, он открытый или нет? Да, ребята, кстати, указывайте промокоды, потому что при достижении там 5 уровня вы будете получать просто огромнейшее количество денег. Сколько там, напомню, пожалуйста. Если не изменяет память, 150 тысяч. 150, да, точно. Ты знаешь, что я нашел только что? Что ты там нашел? Я Ригеру нашел. Ригеру? Кёнигсек. Серьезно? Да! Она есть на сервере? Она охренеть, сука, стоит! Я тебе еще и говорю, я еще сначала ее не признал, офигенная тачка, но правда она что-то медленно едет. Медленно? Ну, в принципе, неплохо. Так, я вообще не в районе катаюсь, но я нашел всего X5 и, блин, ну, я думал радоваться, хотя нет, надо плакать. Так, надо плакать. Ну, слушай, Ригера это охренеть, это 1,2 миллиона сразу, пацаны, просто как с куста. Там, я не знаю, ты уже на 150 на рубли, если переводить, там поднял. Это да, мне нравится. Надо, ребята, потеть, еще раз потеть. Так, кстати, мы забыли сказать, что мы можем угнать всего лишь 5 тачек, а машин вроде как стоит больше. Да-да-да. Так. Ровер. Да ты задолбал, блин, а? Я заберу ровер, потому что мне в прошлый раз писали, что он стоит от 5 до 8 примерно. Боже, я не катаюсь в районе, я катаюсь рядом около, ты понимаешь это? Да дурачок ты просто. Карту не знаю, и тем временем, ребят, я на этом теряю. Дурында. Да, ага. Да, я сейчас в районе. Да и сейчас я не в районе! Да я вообще не знаю, где ты катаешься, и как можно вообще уехать из района в другую сторону. Да, ну может это как-то меня приведет к хорошему. Хорошему это тебя точно не приведет, братан. Да? Так, ладно. Я чувствую, что мой чемодан, который у меня в руках, будет еще больше. Все очень хреново. Я въехал в район и уехал из него. Ну, до свидания. Нет, я возвращаюсь. Я возвращаюсь, ребята. Все, я вернулся! Босс вернулся. Самое интересное, что все тачки были максимально близко. Я Бентли нашел, охренеть! Какое Бентли? Не знаю, как она... Бентьяга? Нет, не Бентьяга точно, это какая-то обычная. Континенталь СС. Ты прикинь. Это очень сильно. Опа, нихера себе куш, пацаны. Так, да. Я просто охеренно заехал. Ты гелик. Гелик, 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 иди сюда. Я какой нашел? Желтый, какой еще? Что ты думаешь, их 10? Ты просто мимо проезжал. Ты тоже сюда приехал, да? Да, иди ты находись, там еще тачка стоит. Боже, куда нам ехать? Я уже знаю, где 3 тачки стоит. Да я тоже там их увидел, понимаешь? Просто давай, давай, Гелендос, тащи, тащи, тащи мясо. Я даже не знаю, что по ценам, но я буду сейчас пытаться первым забрать мотоциклы и ехать выбирать. Просто так, я уже еду, а я еще постараюсь тебя сбить. Я тебя потом собью, блин. Слушай, а гелик-то новый, слушай, года 18-го. Ну да. Ну, это дорого-богато. Стоит там, но не дороже Ригера, мне кажется. Я вижу, что ты там уже пролетел. А ты где вообще? Да сзади еду. Ты что, только приехал, что ли? Ты уже 3 нашел? Да. Самое интересное, что я нашел Бэху и нашел Мерси. Я не знаю, что дороже. Пока. Блин, ребят. Что дороже, Бэх или Мерс? Не знаю. Я хочу Мерс. Я хочу Мерс. Я знаю только лишь одно, что надо приехать опять-таки. У меня, кстати, есть пуля специально для тебя, помнишь? Подожди. Я помню. По-моему, тут стоит. Ты там что-то нашел? Да. Нет. Нифига я нашел. Что нашел? Ну, я же говорю, нифига не нашел. Так. AMG GT Mercedes, это дорого, нет? А, нет, это вообще дешево, реально, дюшман полный. И, короче, я нашел Бэху. Забайтил. Так, Бэха Z4, 400i. Я тебя забайтил. Мерс стоит дороже Бэхи. Ну, возможно, я не спорю. Я просто знаю, что AMG, они дорогие, но AMG GT, я что-то не припомню, что за марка конкретно, поэтому, блин, я по деньгам не знаю, сколько там будет. Короче, у меня уже 3 тачки, как бы, ну и, ну, в принципе, Ригера твоя очень меня напрягает, прям очень напрягает.
Так. Прям конкретно меня напрягает. Так, а там уже еще, по-моему, что-то было, да? Ну, там три точно было, и три мы уже забрали. Блин. Мы по три забрали, да? Боже, я врезался! А, да, мы по три. Братан, я нашел Теслу. Как тебе такое? А, я тоже ее видел, я тоже ее видел. Тесла С. Это 17 миллионов, между прочим, это немало. Ты думаешь? Да. Ну, в рублях, правда, но это хорошо. Ну, это мало. Мало. А зато мало. Она, знаешь, какая шустрая, алло! Серьезно? Это вообще неплохо. Блин, я же помнил, что она там есть, и я как бы... Ладно. Это реально неплохо, кстати. Вижу ее. Ну да, я как раз таки там и приметил ее, но я что-то по ней позабыл. Знаешь, на самом деле, я не печалюсь, что я тебе оставил Мерс. Там байт не байт, ну, такое. Ну, все-таки, может, мне кажется, Гелендос покроет этот Мерс. Да нет. Боже, я вообще не в районе опять. Да почему я, блин, я всю дорогу сегодня не в районе катаюсь, вот честно. Самое интересное, что осталось две тачки, и мы знаем, где с тобой находится как минимум одна из них. Угу. Это БХЗ-4, 400 или какая она там была. Слушай, ну знаешь, если она тут последняя, она, в принципе, тоже неплохо стоит. Она не последняя, по-любому, есть еще одна, а может и больше. Я возьму все равно, потому что, как минимум, у меня всего три тачки, по-моему. А, и это будет четвертая. Кстати, у тебя три тачки, реально. Вот, поэтому я ее как бы заберу, а потом уже пойду искать оставшуюся. Но время у нас еще есть, прошло всего лишь 6 минут. 5.30 у меня чисто. Братан, я тебе Жигу нашел. Не, забираю ее, дядь. Слушай, если Жига последняя машина, то вот сейчас мне вот, ну, прям реально обидно стало. Просто максимально реально, я тебе говорю, обидно будет. Изи, изи, слушай. А, кстати, ну вот у меня последний мотик, и получается, если Жига... Нет, еще должны быть, он, еще. Чё? Братан, чё? Осталось две Жиги, но при этом я забираю Феррари. И у тебя, короче, остается четырка и семерка. Серьезно? Серьезно, я свою последнюю тачку забрал, я могу почилить, поискать другие машины. Ты серьезно сейчас? Я серьезно сейчас. Ты серьезно сейчас? Вот это было мощно. Не скажи еще раз, ты серьезно сейчас? Да, максимально. Две Жиги? Да. Одну нашел. Можешь две забрать сразу. Я тебе разрешаю, братан, время есть. Смешно, что ли? Очень. Очень смешно тебе, я смотрю, да? Очень смешно. Прям очень-очень смешно. Я на своем Феррари тут по лескам катаюсь. Да иди ты. Не, ребят, ну это 100% победа должна быть, по крайней мере, в испытании на стоимость. Так. А хер тебе там плавал. Я нашел Мустанг. Мустанг? Мустанг? Да, GT. Ну, Феррари все равно дороже, я думаю, но, блин, тоже неплохо. Ну да, слушай, лучше, чем Жига. Короче, да, едем мы, в общем-то, возвращаемся на базу. Ставим так, все, я здесь. У меня даже Гелендос на развалах, прикинь. Да? Ну, неплохо, неплохо. Но, кстати, знаешь что, в этот раз прям очень-очень плотно мы поработали с тобой в этом райончике. И прошло всего лишь 7 минут, слушай. Да, хорошо, да, прям. Да, 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 7 минут, и, короче, ребята наварились конкретно так. Давай почитаем по цене, и все. Давай, знаем, давай, давай. Выиграл больше. Что ж, ребята, мы почитали стоимость машины, на самом деле, капец, я очень сильно удивился. Это просто капец. У тебя просто две самые дорогие тачки. Да, куда нахер? Куда тебе столько? Че у тебя по деньгам? 37 лямов за все! 37, Карл! Ну, короче, я же тебе говорил, ты можешь забирать сразу две Жиги, они бы тебе помогли. Я понимаю, конечно, да, рофл, окей, да. Короче, ребят, вот это все в совокупности 181 миллион. 181 миллион и 37. 181 просто миллион иди ты в попу, честно говоря, просто, но у нас шикардос есть испытание, где я тебя втащу. Погнали. Возможно, погнали на драк. Так, ребят, ну что же, собственно, у нас драк рейсинг, и прямо сейчас я облегчил свою машину, и давай по-красному. Все. Ты ее уничтожил просто, погнали, а не облегчил. Погнали, погнали. Нет, я облегчил, и, кстати, слушай. Да иди ты, блин, ты в жопу, ты задолбал! Ну это Регера, ты что ты хотел, же Кёниг всех, мать его! 155 еду, 160! 222. 170! А, все, 169, короче. У меня все потолок. 233 я приехал. У меня потолок. Да ну нафиг, я тоже вот только приехал. Слушай, она мне идет, ты посмотри на мои очки. Ну, идет, да. Боссу она нужна, а не пимпу, блин. Пимп должен такой кататься. Я твой босс, иди отсюда. Ладно, ребята, здесь все ясно. Второй балл остается мне. И последнее испытание — прыжок с трамплина. Сейчас выберем новые тачки. Погнали. Так, ребят, ну что же, следующее испытание — это прыжок в длину. И прямо сейчас я должен вырвать этот чертов балл. Калифорникейшн. Короче, а что мы ждем? Погнали. О, отлично, у тебя капот минус, отлетел. Да, капот, нормально. Ты быстрей. 150 еду. 150. Я специально выбрал Бэху, потому что вроде как она едет. Ты 180. Уходишь чуть-чуть. 181 и все. 179 и все. 181 и все. 179, потолок. Интересно, а физика какова здесь?
Все, я остановился, черт. Да, красота, вытащил наконец. Ну ладно, балл престижа. Я ничего не понял, что это было, но ладно. Короче, ребята, вот такая сегодня получилась серия. Новые тачки, просто 181 миллион. Офигеть. Я на Мальдивы. Я не знаю, как ты, я поехал. Мы там это, твой поделим, у тебя все равно много. Мой чемодан еще больше. Это отлично, больше мне ничего не надо. Что ж, ребята, играйте вместе с нами на GTA Roleplay Silver номер 2. Все ссылочки на скачку игры и, конечно же, промокоды находятся в описании, поэтому вы знаете, что делать. Действуйте. Да, ребятки, ждем всех абсолютно до единого. Всем пока. Да-да-да. Увидимся на сходочке, надеюсь.